Я думаю, бустануть ночных челиков на 10 тысяч. Вот. Чего? Чего нахуй? П. Вот. От бустануть. Не, ну и... это твоей, как говорится. Там я дело, понял. Я это для чего? Для того, чтобы можно было синергировать и кого-то, кто из них днем играет в рейд, брать, если, допустим, у нас там люди не захотят идти, и брать кого-то, блядь, из наших в их рейд, чтобы я им не говорил, типа, ты хуй плет, ты не ролишь, типа, чтобы могли все на равных правах ролить. Ну, конечно, там некоторое время выравнивается, это все будет. Ну, плюс, пожалуйста. Здесь контента меньше закрывается, не знаю. Может какой-то ИП за приход закидывать побольше, я не хуй знаю. Ты там сразу воронку приготовь. Я может там... Ой, ебать, у кого-то классный микрофон. Я может там потом еще парочку подфармлю на остальные два куска. Я говорю, Слав, если бы я знал, что есть возможность ходить с сибиряками, я бы даже без права на лут бы ходил. Да. На лут. Ты знаешь, куда ходи, короче? У меня есть такой рейд Ульдана. Называется. Там мне челики говорят, иди нахуй со своей льдой, нахуй. Заебали, нахуй. Они меня уже, короче, выследят скоро, нахуй. Вот. Славян, короче, блядь, у тебя есть фанат. Вон сидит Асалин Рога. Он, блядь, в льду ноет, что хочет уже месяц. Асалин, блядь, заебал. Забирай его с руками и ногами, нахуй, хуй ты к нам пристал. Хорош. Все, короче, АЕК, сука. Ты постоянно АФК, блядь, как он мне заебал. У АЕКа другое КД, он мне пишет. Так нахуй, заходи на рог. Сохранена другая копия этого подземелья. Он потому что рогой был, нахуй. Бичара. Много их было, блядь. Ну, а чё вы, без Аршана, что ли? Ну. Как так, да, действительно? Ну, блядь. Хуйня рейд, да? Либо... Ну. Ещё медведь-танк, блядь. Ну, не, ну, медведь-то нормально. Хули поделать. Сука, блин, я уже забыл, Аек. Я уже, где он, я уже, я уже забыл, как на ДК, нахуй, кнопки жмутся, блядь, пиздец. Привык, ну, нахуй, шок. Три шока вжимать, блядь, и нихуя не делать. АЕК, нахуй, ты где? Я еще буду вспоминать, как три кнопки жать. Ой, бля, АЕК, сука. А, Салин, ты мне нафарми людей каких-нибудь с соул-чата, там, 245-х хотя бы, там, блядь, чтобы в льду было с кем ходить. То есть я там волонеры хочу делать, мне говорят, иди нахуй с этими волонерами, блядь. Кстати, слышишь, Лех, а сколько у тебя вот крита сейчас анбафом вообще, вот, ну... Мне рейд вообще бафа криты не дает. Не, я понимаю, вот... 51-44. 51? Да я бы пошел, но сейчас как бы... Блять, надо вон этих ебаных боссов побить. А во сколько в льду ты хочешь? И вы его сильно в льду не задабриваете, нахуй, то нам пизда потом, ага, блядь. У льду на выходные ставь, не прогадаешь, серьезно. Вон на среду стоит завтра в 8 часов. Не-не-не. Бля, что-то я завтра это работаю, вроде то понятно. Вот я, да, я тоже. Ты все наебал. Пиздят. Там на новый РТ же стоит, я ставил там, вон, блядь. Воронкофарм, субботу, блядь. Ульна, воскресенье, нахуй, заебись. У тебя самый, вон, самый большой любитель льды есть тут. У вас он нахуй, у вас он нахуй хапал уже 2-5, нахуй, вы чё, блядь? Не, я больше льду люблю. Ну не, чё там, блядь? У меня настолько вьетнамские флешбеки, блядь, это ульды. В общем, до сих пор с неё плохо. А, дед, воронку дай, пожалуйста. Ты ГБ поставь. На, держи. Развод на воронке. Пиздец, да? Ну а чё нахуй, всё по чесноку, блядь. Кто, блядь, опять... что, блядь, защищал мою ульду, нахуй? Ты сука. Слав, есть, конечно, лох. С нами один-два раза был вроде Кипаса, но... Но он нихуя не понимает, да? Слабенький он, слабенький. Ну он, когда дуплить начнет, надо по обычкам посмотреть. Поехали. 24, думаешь, хуярить? Да, конечно, что такое.
Ну а хули, блядь. Люди же соображают, что такое красный добав, что такое оранжевый добав, да? Ну да. Ну все, это... нахуй, значит. Дай мне банк, так, у нас еще лог должен зайти минут через 10, он сказал, 5. Уже прошло дохуя, блядь, времени. Ой, как же другой КД. Ну, да заебал так, он нахуй, сука. Здорово. Так, ну мы же смотри, ну мы же, блядь, мы, получается, что? Только на профа договаривались, правильно? Я после профа ухожу. Так, СПД банк у тебя? Да. И бля, какая ноль. Все, спасибо. А что, там есть у кого-то алкашная на АП? Может, там добавлялось у кого-то? Проф синдральничь, самые легкие боссы в жизни, нахуй. Ебать, действительно. Я после вашей, ну я ебал, я ну, сука. Я, кстати, банал. Тебе вот хотел, я тебе хотел предложить там одно расстановление хилов, но попозже даже после рейда. Еще лучше, блядь, чем я расставил, что ли, нахуй? Да, еще лучше. Ну, так как это вижу я, как по мне, это прям вообще, ну, лучше некуда, нахуй. Ну, два хапала с одной стороны для того, чтобы, блядь, частица, блядь, на... Не, это все хуйня, это все хуйня. Ну, а как, нахуй? Надо, короче, смотри, нахуй. Мы ну, убираем... Да. А, ну все, потом посередине. Все, нахуй. Давайте, заебачим. Ну, с мобом у тебя все в порядке здесь? Нормально пьется? С куклой? Да, сколько. Даже человек нормально делает, да? Ну, я делаю. А, ты делаешь? Хм. Понял. Да кому еще, блин? А, кто-то лунтит у тебя. Таунтит? Так, тогда балеровист. Дед Мороз, давай в танка. А где стойки, казик, таунтить умеете? Да, но у меня, опять же, с интернетом сейчас трабло. Если что, я подстрахую. Но если у меня нет будет хуево, я сразу скажу. Это кто? Принесли. Вот. Казик будешь первый. Литр пива, то он тебе смекаешь, что? Как? Просто у меня время отклика ебанутое бывает, увеличивается просто во время рейда. Большая нагрузка. Я могу просто стаунтить и не стаунтить как надо. Сейчас, короче, пару траев будет, если до третьей фазы доживаем. Будешь смотреть, короче, литр пива. Тебе надо будет найти в ДБМе полоску, называется мутировавшая чума. И сейчас еще в ДБМе галочку посмотри. Вот эту тебе хуйню надо смотреть. Там нихуя сложного нету. Смотришь на полоску, она 10 секунд длится, этот, между чумой. Этот дебаф кидается на танка. Если ты за одну секунду стаунтишь, до того, как на танк повешается, проф на тебя ее издалека кинет. Вот. Танк заберет обратно, и стаки будут на тебе. В чем фишка? Фишка в том, что на кого смотрит проф, кого бьет. И чем больше на нем стаков, тем больше урона по рейду идет. Три стака еще рейд выхиливается, а на четвертом стаке начинает пол хп сносить, и рейд падает. Для этого надо забирать стаки. Можно три человека, как минимум. Стопудовых кто заберет. Заханыч, ты же это умеешь, да? Все умеет. Да и у него выбора нет. Ну что там, блядь? Игот. Сопроты у всех есть? Да. Да, сопротик одеваем, да? Одеваем. Пока. Да, сейчас и проф, и синдра, все надо. Ну, на этом. У меня нет. Дракон. Не могу пригласить члена другой группы. Сука. Бля. Ну что там, как раздуплить-то кого-нибудь? Так все, погнали так. Минус один, мне страшно. Заебали, блядь. Да я хуй знает. Ну, хилам больше хилить придется. Можно проебать тебя. Саппорт надо. Тут надо, сука, выжить сначала. Сначала всем живым остаться, а потом уже это самое. Давай я тебе саппорт дам, дракон, блядь. Что ты меняешь? Короче, я в кукле этот самый. Знаешь, да? Как водить эту всю хуйню? Вот тут вот в синем появляется этот самый зеленый. Оттуда отлетайте в крестик. Не в разные стороны, в крестик, милики. Миликов, кстати говоря, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сука, опять мало. Ой, блядь. Сбегаться, что ли, кому-то надо будет дополнительно? Да, чего? А можно мне тоже саппорт у кого взять?
Лолу вот что не идет. Может позвать его. Ладно, похуй, давайте так попробуем. Это, блядь, нетерпиво, тебе колба нужна вообще? А, похуй. Ну, блядь, такой, блядь, похуй вообще. Пью куклу, короче, сейчас похотаешь. Влад, дай стол, пожалуйста. Я хотел на паладина сколько надо? Ага. Да похуй. Минуту зайду. Убери ты там вурдалак этого ебаного, он мои стаки пиздит. Он... Мою энергию, сука, заберет. Съебись, сука. Чей это? Ну, и еще эти, блядь, съебаные. Ебаный, блядь. Кринж, нахуй. Съебал. Хули ты мне пятки нюхаешь? Вот, кинь патч. Пиздец. Сука, ради. А что, нельзя отозвать этого дурака, нахуй? Отзовите его, ебаный. А он его контролить может. Тебя, блядь, задавлю нахуй. Взорви его нахуй просто. Ты ёбаный в рот, блядь, я выпью, блядь. Смоньте этого. Уже, блядь, миллион. Смоньте, ну. Чё, вы смоните там? Тыкайте. Мы сможем. Почему все сможете? Ну, бой. Мы не в бою, мы сможем. Атака идет каждую секунду. Слава, сколько у тебя сейчас? Диспельте тогда Обаму. Диспельте, я хуйню, диспельте. Теперь давай. Верьте. Че у меня ты говоришь? Сколько у тебя FPS сейчас? Да нормально, бля, сейчас гляну. 49. Ой, блядь, 34. Вообще заебись. Ну, блядь, выиграем, ёбаный. Так, я похавал, короче. Блядь, что-то выпить надо, какую-то хуйню. Так. Ну, танка и масло. Сейчас иду опять куклу юзать. Понеслась же. Нихуя друидов у нас. Дохуище. Еще раз арче, пожалуйста, а то заглючил интерфейс. Сука. Петру сними, пизда. Бля, да уберите пэтов, ребят, ну задерживайте, ну камон. Да ничего он не забирает, это слава. И выёживается чуть-чуть. Я ничего не делаю. Не, на них прокает эта хуйня. С буйного роста. Надо, чтобы на меня буйный вешался. О, буйника, омоложение, шанс имеют. Ну, сейчас еще до 24 спрокнет хотя бы. Вот, все, давайте готовимся. На счет три будем пулять. Раз, два. Пуляйте, заебись, мне нравится. Интересно, что по дамагу будет. Уже отходи, отводи к квадрату. Готовимся, силеный. По профу больше дамажим, прям много. Профа веди вместе с зеленым, потому что им профа сейчас переводить надо. Мы уже выходим. Профа бьем. Успеем, нет? Хуярьте, хуярьте, успеем. Успеем, нахуй, бьем, я же говорю. Когда льется эта хуйня еще с трубы. Вот, нормально. Зеленый дебаф, зеленый дебаф, треугольник встали. Не проебитесь. Ярим слизней. Этот, не зыбку давай.
красного пошли. Пельмени, вот сейчас смотрите, пельмени полетели, побежали от пельмени, отбежали, не словите их. Не словите. И сейчас еще полетят через 2 секунды, еще пельмени полетят. Одни готовимся. От профа отойдите. Близко не стойте, РДДшники с профом. Вот они летят, видите, да? Крестик упал, жуки, как дела? Миралиса, как дела у тебя? Заебись кастуется. Каст охуенно быстрый, да? Колба. Оранжевое говно такое, да? Милики, видим? Вот. Дракон, Заханыч, пиво. Молодцы. Ну ебать, а как тут не совить нахуй? Ну я ебал. Ну так вот, ебал остается. Пельмени, пельмени. Я бежал, блять, от пельменей. Не надо сейчас бежал. Ничего, не надо сейчас ничего рассказывать. Вон, играйте с дизня. Хорошо лужили на вас. Ну, и что это, блять? Пятница. Цаца. 2 БР нахуй, и ты такую хуйню делаешь? Я бич нахуй, извиняюсь. Пельмени летят. Пельмени сами смотрите нахуй. Вот это, блядь, постоянный пиздёж вот вам про пельмени, я хуй знает. Как блядь, детском саду. Ну, лучше сказать, чем не сказать. Лучше отбежать от них самостоятельно. Бог, беги, бог, беги. Смотри, там колбы через секунду появятся, в них не встань только. Пельмешки. Пельмени. К зеленому подходим. Пельмени. Пельмени лужи, смотрите. Хильте, хильте. Не хилят нихуя. Встану. Красного бьем. Choking soon. Choking. Отошли от него, от оранжевого. Пельмени, смотрите. Зеленый. Лужа. Choking soon. Choking. О, моя любимая слизня поступленки. Переводите, попробуем. По чумовой дайте этого юнера. Choking soon. Давай, не зыбку. Приказ отойдите от оранжевого. Пельмени. Так. Значит. Лилия, Риса и Хэлла. Риса и Закханыча. Вставай. Сколько там стаков на нем нахуй? Он ты ушел что ли куда-то или что? А, 3 уже. Да, сюда. Значит. Я запроводен. Перетонуть. Хорошо.
Так, готовься. Секунда, видишь? Забирай. Так. Забрал второе. Еще третий заберешь. Сука, Закхан еще дал БР, блять, он лежит нахуй. Подбегаем. Все, три. Пиздец, нахуй, я ебал такую хуйню. Казик, твоя очередь. На мне один стак уже, Казик, внимание. Ты за 10 секунд, что ли? Куда ты забрал, блядь? Ёпта, я вылетел. Что происходит, я завис? Не, это все пиздец, интернет ключ. Грутуль. Стану камнем. Пресну всех. Чёрт, а у меня не вылетел. Это зависло так, что ли? У всех так? Ну да, тоже был. Чуть-чуть. Секунды на 4, на 5. Сломанный же, блядь. Алло, нахуй. Ты где там? А, нет, вот. Пиздец. Казик, ты таунтил раньше, по-моему, я сейчас, блядь, я не ошибаюсь. Ты хуйню сделал. Ты стаунтил, он еще, блядь, только через 5 секунд на тебя кинул. И тут Казик вообще, не? Блин, ну ебать, со слизнем, конечно, подлился. Ты, сука, я тебя резнул. Ты куда отошел, нахуй? Суманить, пожалуйста. Ты отошел, что ли, блядь, когда сдох, или что, я не понимаю? Нет, мне не прилетело нихуя. Пиздишь ты, блядь. Бля, буду, нихуя не было. Пиздит, сука, я же слышу, нахуй. Дайте гельбан. Ты отошел, блядь, когда сдох. Я тебе дал БР, могли добить нормально. Да, ни, блядь, нихуя не было. Ну, сука, я сейчас... Да хули ты молчал тогда, блядь? Я сейчас спросил, ты БР просто отошел. Есть, я тебе дал БР. Нихуя не было слышно. Ты просто отошел, блядь, наверное. Ну, я так думаю. Потому что я тебе говорил, хули ты, сука, не встаешь. Нихуя мне не было, блядь. Таунтить надо. Полоску все видели? Литр пива ты видела сейчас полоску? Я не... Вот, полоску, наконец-то. Вот эту хуйню, короче, сейчас будет первые огнестойки 3 стака забирать, потом ты литр пива будешь, а потом Закхан еще. Сука, не сдохни. Я, блядь, кому ебать объяснял, нахуй? Встаешь слизня бить, вот отсюда. Да я знаю, я, блядь, так а нахуй ты туда летел, блядь? Да потому что, нахуй, я отвык от этой хуйни, блядь. Я играю, нахуй, в РДД, мне похуй. Грут, блядь, где ты там? Я уже все пожрал, блядь. Грут. Я вылетел, воскресился, суманить, пожалуйста. Тут собаки не пройти. Нихуя себе, собаки не пройти, понял. Злые, да? Мне хотя через полчаса уходить, так что... Она просто не уходит, она зависла. Если таунтишь за 2 секунды, то, в принципе, метров на 10 отойди от босса на 15. Веры, проебали просто нахуй. Таунтить надо за секунду. Смотрите по своему фпсу. Отойти на 30 метров надо. Рейндж таунта. Вот. Ну, делать... Я сейчас таунтил за 2, потому что пиздец, время отклика ебанутое. Ну, если время отклика хуевое, то таунтишь чуть раньше. Я на полторы обычно таунчу. Бывает на одной. С моими 5 фпс хватает. Давайте проверка. БР в КД. СС у кого есть из локов? Да, у всех есть, по-моему, никто не кидал. Давай, койл на Эви, Элию. Паривит на... Давай на Войда. Хотя нахуя. Похуй, давай. Экстензиан давай на... На кого, блядь? Вам нужен РТД? А кто у тебя? Сава. Ну так заходи. Кавист был вчера с нами. Пускай место меня зайдет. Все, блядь, иди, блядь, изноешься весь. Иди, да, блядь. Да, причем я на перебежках дохуя ДПС теряю. Все понятно, блядь, на туре. Ой, понятно, короче, ладно, блядь. С воронкой, иди тести там, блядь, чтоб 30к давал. Кстати, блядь, 2 куска. Не будет 30к обратно мне воронки даешь, нахуй. Нихуя себе, блядь. Все 6, нахуй.
Так а там 5 моих, ничего? Не знаю. Все 12. В натуре. Похуй даже, что он 2 куска только открыл. Ты не забудь там записать, что у меня 2 куска открыл. Че Синхан, блядь, не ходил же нихуя никуда. Синхан все, перестал играть? Да, и, наверное, не знаю. Ты заходишь? Нет, он писал, что он на сиг времени попадает и будет на ночное приходить. А, нихуя себе. Слава там в чате спрашивает, на кого сейчас чудо. Сейчас вот друида присумоним, вот пушистый на этого дашь. И экстензин еще остался, да, по-моему? Мирлис, у тебя вставка есть? Я хуй знает кому дать. Дай Миралисе, я хуй знаю. Похуй, дай на себя, Миралису, чумовую. На кого хочешь, блядь, на кого бог пошлет? Да на хиловки дайте. Блять, все говорят на чумовую, когда я среди хилов меньше всех падаю. Но нахуя мне сесть-то, блядь? Ну он, значит, на это... На я даже если встану, у меня все пиздец будет, блядь, я без маны же умру. Принимай там делом Чезана. Я выпью эту хуйню пока. Дем. Тренера тебя. Все, я пока выпью. Выпью пиво, блядь, зеленого. А бы херово не было.